Господь, мы прославляем Тебя. Мы преклоняемся пред Тобой за этот прекрасный день, Господь. Просим Тебя, чтобы Ты наполнил это место Твоей силой и Твоей святостью. Твое Слово говорит, где мы соберемся, где во имя Твое соберется народ, там есть Ты. И мы хотим, чтобы Твоей церкви прославлялось только Твое имя. Мы прославляем Тебя, Господь. Слава Тебе, Иисус! Все прославление Тебе, Господь! Господь господствующих и Царь царей! Аллилуйя! Аплодируй громко Господу! Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя. Вся слава Тебе, Господь. Слава Иисусу, дорогие. Слава Господу. Аллилуйя. Слава Иисусу. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава Иисусу, дорогие! Мы не знаем, в каком мы состоянии в личной жизни, но мы знаем, что у нас есть сейчас прекрасное время с Иисусом, потому что Он наш Господь и Он наш Спаситель. Аллилуйя! У нас сегодня есть отличный гость и прекрасная личность, прекрасные личности во всем за... Они проповедуют, и мы в первый раз видим их, но когда вы захотите, вы сможете их увидеть, и Господне присутствие будет здесь. Я хочу их представить. Хемран и Химин. Хемрана я хочу пригласить сюда, и он поделится с нами Словом Господним. Аллилуйя! Слава Господу! Слава Иисусу! Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Это такая честь быть здесь сегодня с вами. Мы любим ваше гостеприимство. Вы так гостеприимны. Спасибо вам большое за то, что вы открыли свои дома для нас. У всех ваших лидеров есть высокий дух, и мы благодарны Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. Я хочу представить мою жену. Это моя жена. И дорогой друг наш Джуди. И он также в нашей молитвенной группе. Он приехал из Америки со мной. И мы служили относительно Ближнего Востока. И у нас была великолепная неделя. И у нас будет великолепное время сегодня. Я верю, что я здесь сегодня по определенному плану с небес. Я уверен, что у меня есть особое слово для вас и для вашего народа. Поэтому давайте откроем наши сердца, чтобы услышать, что Господь хочет сказать нам. Вы готовы? Возьмите за руки со своим соседом. И Библия говорит, что если... двое из нас согласятся за что-либо, то Господь на небесах исполнит это. Поэтому Господь Иисус, во имя Иисуса, мы приходим к согласию сегодня,
чтобы Твоя воля исполнилась сегодня, и Твое царство пришло сегодня. Сейчас, сегодня в Армении, коснись каждой жизни сегодня. Открой наши глаза, чтобы мы видели. И открой наши уши, чтобы мы слышали. И коснись наших сердец, Дух Святой. Чтоб мы могли прикоснуться к Твоей благодати. И мы даем Тебе всю славу. Ты достоин, потому что во имя Иисуса Христа. Амин. Амин. Вы готовы? Аллилуйя. Перед тем, как начать, я влюбился в Армению. Я путешествовал по разным странам, в разных народах. И в турецкой семье я был, и в армянской семье, и эквадорийской семье, и финской семье. И я был в разных семьях. У меня есть семьи в разных странах. Мое сердце для мира, потому что сердце Иисуса принадлежит миру. Амин. И я верю, что Господь сегодня проговорит к вам во имя Иисуса Христа. Пожалуйста, прошу вас сесть. Какая группа прославления, великолепная группа прославления. Слава Господу. Вы коснулись моего сердца сегодня. Слава Господу. Я хочу, чтобы вы открыли Библию Исаия, глава 48. В течение нескольких лет Господь особое слово говорил мне насчет церкви. Церковь перешла в новую эру. И когда мы сейчас говорим, что изменяется время, мы не говорим, что у нас есть особая цель. И есть в Библии записаны разные эры, разные периоды. И когда Господь начинает двигать церковь в новый период. И Он хочет сказать, что Он хочет сделать что-то новое. И я увидел это слово, которое коснулось моего сердца. Господь показал мне 48 главу Исаии. И Он показал мне, что то, что Он мне показывал до этого, это ответ на это, на то, что я спрашивал у Него. Сначала третий стих давайте рассмотрим. Прежнее я задолго объявлял, из моих уст выходило оно, и я возвещал это, и внезапно делал, и все сбывалось. Исаия 48, 3 стих. В 6 стихе он продолжает. «Ты слышал? Посмотри на все это, и неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого». Они были созданы сейчас, не изначально. Они происходят сейчас, а не изначально. Они создавались. И перед тем, как ты услышишь их, ты скажешь, да, конечно, я знаю о них. Но Господь просто привлек мое внимание на это слово.
эти новые вещи, которые происходят, они происходят сейчас, они изначально. То, что я хочу сказать, это мы даже не знаем, как это выглядит. Если мы не знаем, как это выглядит, то каким образом мы знаем их? И Господь говорит, Дух Святой даст вам возможность видеть то, что невидимо. И новое время означает, что Бог даст возможность тебе сделать что-нибудь, что ты никогда раньше не делал. Я вопрошал Господу, и Господь начал показывать мне про это новое время. И я абсолютно уверен, что это слово для Армении. Знаете, когда мы говорим о чем-нибудь новом, всем нравятся новые вещи, правильно? Сколько из вас любят новые вещи? Божьи новые вещи намного лучше. Амен. Аллилуйя. Когда я начал искать Господа, есть слово в Библии, один человек в Библии есть, которого зовут Кирос. И это означает, что когда небеса начинают властвовать над землей, это период времени, когда вечность входит в наше время. Это время, когда сверхъестественное приходит и становится естественным. И сейчас то, что я хочу сказать, это то, что я видел все, что было в мире, и я собираюсь. И Господь говорит, я видел все это, и сейчас я спущусь, и я буду действовать правильным образом. Таким образом, Господь, собственно, лично будет входить в эту работу. Период Кироса — это хаос, то есть это слово хаос, извините, и оно означает, что это мы входим с определенной целью. И это происходит для того, чтобы особые цели были реализованы. Это мой первый раз, когда я приехал в Армению. И я никого из вас раньше не видел. Но я могу сказать вам прямо сейчас. Есть вещи, которые вы сейчас стоите на них и верите в это, но... И вы хотите, чтобы Господь пришел и реализовал это. Господь сейчас... Я прошел через 1000 километров для того, чтобы сказать вам, что Господь пришел реализовать те обещания, которые дал тебе раньше. Аллилуйя. Слава Господу. Амин. И когда я начал изучать Слово, Господь ввел наше служение в молитве с 6 утра, с 6 утра до 8 вечера. Каждый день мы поднимали свои молитвы Господу. И во время этой молитвы Господь начал говорить к нам. Одним утром, когда я проснулся и собирался идти в офис, Господь сказал мне, это новая эпоха о том, означает, что будет происходить то, он будет делать то, намного больше, чем то, что нужно. То есть Господь хочет сделать что-нибудь, что непредсказуемо. То есть ты непредсказуемо означает, что ты заранее не ждал этого, ты не ожидал этого. И
нужно, чтобы мы были способны понимать, что Господь, Дух Святой хочет, и следовали за Ним, за Духом Святым. И в то время я сказал: «Господь, здорово, это отлично, я действительно хочу, чтобы Ты сказал больше мне об этой эпохе». И то обещание, что я дам намного больше, чем тебе необходимо, есть принципы. И если ты будешь следовать этим принципам, то твое желание всегда будет реализовываться. И когда Господь разговаривал со мной, я в этот момент брился. И Господь начал разговаривать со мной, когда я брился. И Он сказал мне: принцип номер один. Ты должен хотеть делать больше, чем необходимо. Есть больше, чем необходимая жатва, которая ожидает церкви. Слово Божие говорит, что есть множество, которые ожидают своего решения. И они все ожидают решения, которое мы, я и вы, даем Господу. И Господь говорит, что ты должен хотеть делать более, чем необходимо. И когда Он говорил это, ударение стоит на том, что на том, чтобы ты хочешь ли делать то более, чем необходимо. То есть, когда у нас есть это ожидание и желание в нашем сердце, когда у тебя есть желание в сердце, это имеет дело со своим сердцем, а твое действие имеет связь с твоим смирением. И до тех пор, как Господь хочет видеть наши действия, Он хочет увидеть наши сердца, которые хотят исполнять Слово. И сразу же Господь проговорил ко мне про первый пункт. Если ты желаешь и ты послушен, ты будешь есть лучшее, иметь лучшее. В Исаии 1:19 он написано, что если ты желаешь и ты смирен, то ты будешь иметь лучшее. И когда я посмотрел другой перевод Писания, в Писании написано, что если ты можешь, если захотите и послушаетесь, то будете искушать благо земли. Мы все любим лучшее, правильно? Я думаю, что это лучшее. Слава Господу! Но потому что мы хотим лучшее, Господь говорит, что есть необходимость в нашем желании, чтобы мы желали этого, желали делать что-либо. Это означает, что находимся ли мы в гармонии с чем-либо? Находимся ли мы в послушании? Это означает, если Дух Святой движется, то ты также движешься с Духом Святым. Следуешь ли ты за Духом Святым? Лучший пример, который я могу вам дать, это насчет того, чтобы иметь желание. Я раньше смотрел синхронное плавание. Я очень любил смотреть синхронное плавание. Когда один из них поднимается, то все остальные тоже поднимаются. Они в согласии. Это они в гармонии. Это как симфония. И Дух Божий говорит: «Я привел свою церковь в место,
И я преобразую свою церковь, перемещу ее в то место, когда это желание придет в их сердце, чтобы они были в гармонии с тем направлением, которое я желаю для них. Я всегда говорю Господу: «Господь, если Тебе это нравится, мне это нравится. Если Тебе это не нравится, мне это не нравится». И даже если я думаю, что мне это нравится, а Господь говорит: «Мне не нравится», я говорю: «Да, Господь, мне также это не нравится». Это означает быть в гармонии и иметь то же желание. Это показывает нам здесь, что если ты желаешь и ты послушен, ты будешь иметь лучшее. Я хочу лучшее. Все во всем смысле. Я уверен, что Господь хочет для каждого из вас сделать особое что-то. В этом году, скажи, в этом году, для меня и для нас. И поэтому я хочу. Скажи, я хочу. Амен. Это желание приносит больше, чем необходимо. Скажи, больше, чем мне необходимо. Разве это не прекрасно звучит? Амен. Знаете, иногда мы можем быть в местах или в ситуациях, в которых мы даже не можем достаточное количество увидеть. Но каждый раз, когда Господь хочет сделать что-нибудь, как Он говорит в Амосе, в 3 главе, 7 стихе, и сказано, что Господь говорит, что никогда Он не делает ничего, не предупредив заранее пророков об этом. И если ты вместе находишься, в котором тебе достаточно или вообще недостаточно, Господь говорит: «Я передвигаю тебя из места, где тебе недостаточно, в то место, где тебе достаточно, и оттуда туда, куда более чем тебе необходимо». И я начал продолжать молиться насчет этого вопроса. И в один день Господь проговорил ко мне. И Он сказал: «Ты знаешь, как я вижу свою церковь в последнее время?» Повернись к своему соседу и скажи: «Он говорит про тебя. Ты есть церковь». Господь говорит: «Ты знаешь, какой я вижу церковь последнего времени?» Я сказал: «Господь, прошу, покажи мне, какая это церковь». И Господь сказал: «То, как я это вижу, я хочу, чтобы также ты это видел». И Он все еще раз говорил обо мне про то, что более чем мне необходимо. И я пытаюсь это вам рассказать, чтобы вы поверили в Слово Господне, что Господь хочет это сделать в вашей жизни. И то, как я вижу церковь, и Господь сказал, посмотри, впереди 2 Коринфянам 9:8. И Он сказал, 2 Коринфянам 9:8 — это картина той церкви, которая будет в этой новой эпохе. Второе Коринфянам 9:8. In all things, may have an abundance for every good.
Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. И он сказал, провозгласи это на... Я провозглашаю это сейчас на вас и на церковь, потому что это то, как Господь видит конкретно вас. И Он хочет, чтобы вы видели себя именно таким образом. И Он сказал, это то, как я вижу церковь. Амрен. И Он сказал, я хочу, чтобы ты смотрел на церковь таким образом, каким я ее вижу. И я сказал, да, Господи. И Он сказал, я хочу, чтобы ты сказал это всей церкви, твоей церкви и также всей церкви во всем мире. И все церкви видели это таким образом, каким я тебе это показал. И Господь... И также мое внимание привлекло особое одно место из этого слова. И Господь сказал, обрати внимание, я сказал, я могу. Господь может. И многие люди сейчас полагают свои надежды на себя, а не на меня. И я когда увидел это слово «может», то есть это значит, что Господь может. Силен, это означает силен. Обогатить, силен обогатить. Это также означает, что все возможно для Него. И также в следующей части написано, что Он способен, так же, как в способностях, так же, как и в богатстве. Это оригинальное значение этого слова, первой части слова. И Господь говорит, «Я могу сделать это». И Господь сказал мне, передай этой церкви, чтобы они думали об этом и размышляли над этими словами. Иногда мы смотрим на свои обстоятельства, и мы думаем, действительно, исправятся ли наши обстоятельства в лучшую сторону. Но Господь говорит, я могу сделать. Послушайте, мне это очень нравится. То время, как он делился этим со мной, он сказал мне очень мощную вещь. Он сказал, я хочу, чтобы ты сказал моей церкви, чтобы она начала называть меня отцом, чтобы Господа мы начали называть отцом. Часто мы его называем Господь, Бог, Бог. И Он есть Бог. Он всемогущий Бог. Всемогущий Бог. Он также является нашим Отцом. И когда мы знакомимся со своим Отцом и приближаемся к Нему, и начинаем познавать Его сущность, наш Отец может. Мой Отец может. Иногда то, что происходит в нашей жизни, возможно, у нас не было хорошего примера в жизни отца, хорошего примера отца. И когда мы приходим к Иисусу, мы видим своего небесного Отца таким же образом, каким мы видим своего земного Отца. И поэтому, когда мы рождаемся свыше, мы превращаемся в новое творение. И наша старая жизнь проходит. И поэтому сейчас... должны
утвердиться в этой новой жизни и видеть все так, как наш Небесный Отец видит. И Он говорит: «Я твой Отец, и я могу сделать все и благословить тебя всяким образом, и дать тебе всю милость, дать тебе всю милость». Скажи: «Всю милость». Если ты запишешь это в своей Библии, просто обведите это в своей Библии. Это ключевое слово, и оно включает в себя все. Если у тебя все есть, то ты все можешь реализовать. И Господь говорит: «Я могу дать тебе всю милость». И проявите к тебе всю милость. И потом я прочитал. Там была полнота. И в оригинале было написано: «Более чем достаточно». Более чем. Скажи это. Наш Небесный Отец способен дать нам всю милость и всю земное благословение. Дать нам. Наш земной Отец способен дать нам всю милость и более, чем нам необходимо. И даже когда сейчас я делюсь с вами этим словом, ваша вера увеличивается. Вы начинаете доверять своему Господу, с Его характеру. Ваш Господь может. Скажи: «Мой Господь, мой Отец». Скажите: «Мой Отец». Так же, как скажите это так, как вы имеете это в виду, когда вы это говорите. Скажите: «Мой Отец, Он способен. Он могуществен». Слава Господу! Твой Отец богат. Аллилуйя! Когда вы что-то так подобное читаете, многие люди думают: как это может произойти в моей жизни? Я вам хочу сказать, каким образом это произойдет. Это произойдет, потому что вы этому верите, и тогда, когда вы этому поверите. И Он сказал: «Я способен». Не «ты способен». Его возможность приходит в твою жизнь тогда, когда ты начинаешь верить, что Он может. Он может проявить всю милость, все земные благословения дать тебе, всякую милость, всякую благодать дать тебе, чтобы ты всегда... Это также еще одно ключевое слово. Всегда я просмотрел значение этого слова. Оно означает «всегда». Вы со мной сейчас? Я также хочу, чтобы вы обвели это слово также. «Всегда». Это означает, в какой бы ситуации вы ни находились, ваш Отец... Мой Отец, Он может проявить всю милость, и чтобы она сошла на нас, и чтобы мы всегда имели все удовлетворение. Скажи это. Я знаю, что это место из Библии говорит про финансы. Павел говорит здесь про финансы, но когда Господь проговорил ко мне, Он сказал, что это более чем финансы. Потому что кто-то из вас услышит и скажет: «Мне не нужны финансы, мне нужна благодать в этой области». Но я хочу сказать вам, ваш Отец способен
исполнить все и всю благодать исполнить в вашей жизни. И более чем необходимо. Скажите это. И он сказал, это новый период для церкви. Он будет известен тем, что Бог будет давать более чем необходимо. И также ваш пастор, вы можете подтвердить, если ты действительно хочешь помочь людям, и если у тебя будет просто необходимое количество, это необходимо для тебя. Ты не сможешь помочь другим людям. Служение начинается тогда, когда у тебя есть более чем необходимо. И Господь говорит нам, я сделаю новые вещи. Я хочу, чтобы моя благодать сошла на тебя, чтобы сверхъестественная сила и благодать была на тебе и поселилась в вас, чтобы вы ощущали более, чем необходимо в каждой сфере вашей жизни. Раньше мы молились за тех людей, которые нуждались в исцелении в своем теле. Есть помазание, есть благодать, и более чем необходимо сходило на людей. Скажи, это благодать? Это благодать, которая более чем необходима на мне прямо сейчас. Я верю. Аллилуйя. Слава Господу. Что-то происходит, когда вы и я начинаем верить, что Господь способен сделать. Наш Отец способен что-то сделать. И так долгое время я верил, и мы действительно должны верить. И мы всегда думали, что мы должны верить. То есть нашу веру вложить в нашу веру. Но Господь говорит, вложи свою веру в мои способности. Не клади свою веру в свои собственные силы, не в свое образование. Не надейся на свой прошедший опыт. Вложи свою веру в мои способности. Аллилуйя! И когда мы будем так делать, Господь говорит, я могуществен, я силен, я наполнен. У нас есть слово в Америке, оно означает, этот человек, он наполнен. Он вооружен. И когда Саркис отвез нас на машине, проезжала мимо одна машина. И он сказал, знаете, что было написано там? На капоте сзади машины там было написано 555 и еще что-то, и 555. И Саркис сказал, что этот номер стоит 10 тысяч долларов. Я сказал, что я очень рад, что он не взял номер 666. Но этот человек должен быть наполнен, чтобы заплатить 10 тысяч долларов за этот номер. И я говорю это вам сейчас, что ваш отец наполнен, вооружен. Ваш отец вооружен. Аллилуйя. И он способен сделать исполнить всякую благодать по отношению к вам, чтобы вы всегда имели все удовлетворение во всем. Чтобы мы имели наполнение во всем. Наполнение иметь для каждого доброго дела.
И удовлетворение, я также проверил, оно означает «более чем необходимо». Видите, Господь говорит нам, я говорю вам это серьезно, я настроен серьезно, и я хочу действительно сделать более чем необходимо. И кто из вас готов сейчас пойти в землю, которая более чем необходима? Я говорю вам, эта земля не имеет ничего общего с тем, что, как выглядит экономика мировая. Эта земля получает свои ресурсы непосредственно от небес. И то, что соединяет небеса, небесные ресурсы с нами, это наше доверие и вера в наши способности нашего Господа, нашего Отца. Скажи, мой Отец богат, мой Отец могуществен, мой Отец силен, мой Отец вооружен. Эта способность слова также означает, что все возможно, возможности. И то, что написано, что все возможно в Боге. И когда ваш отец и мой отец входят в нашу ситуацию, невозможное становится возможным. И то, что недостаточно, превышает избыток. И я хочу, чтобы вы кое-что увидели здесь. Почему он желает, чтобы было у нас более чем необходимо? Чтобы, когда мы слышим такое слово, мы говорим, «О, хорошо, здорово, я могу все иметь». И Господь говорит, у Господа нет никаких проблем с этим. Но что Он говорит? Я способен это сделать, чтобы ты имел все удовлетворение во всем. Чтобы ты был способен на всякое доброе дело. Деяния, 10 глава, 38 стих. Там написано, как слово говорит, что Иисус был вооружен, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса Назарет, из Назарета, и Он ходил, и благотворя, исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И когда он осуществлял благие дела, он имел более, чем ему необходимо для того, чтобы реализовать все это. Я хочу привести вам пример. Он был помазан. Ты помазан. Скажи, я помазан. Тем помазанием, которое чтобы мы имели более, чем необходимо. Сейчас послушайте, почему я все время повторяю эти слова, потому что я хочу, чтобы этот образ обрисовался в ваших мыслях и в ваших сердцах. Потому что если вы не видите самих себя более чем необходимым, наполненными более чем необходимым, то Господу будет очень трудно наполнить вас. Вы со мной? Нам нужно увидеть, что наш Отец способен. Библия говорит в Иисусе Навине, 1 главе, эти слова книги сей не должны отходить от уст твоих, но размышляй о ней день и ночь, чтобы ты мог понять
и изучить все, что написано в ней, чтобы ты имел успех. Тогда ты будешь иметь успех и будешь процветанием. И сказано, размышляя о слове, я имею хорошие новости для вас. Вы не только... Просто размышляйте только об этом слове. Не обязательно вам размышлять о всем слове сразу. Что... Вы должны изучать его, чтобы видеть его. Чем больше вы будете размышлять о нем, тем больше и четче вы будете видеть его. Когда вы увидите своего отца, который способен сделать более, чем необходимо. Единственное, что осталось, и что вы можете сделать, это сказать: «Господь, я готов. Я могу это принять. Аллилуйя». Я хочу показать пример этого. В это время Сирен, прямо сейчас, в эту эпоху, небеса сходят на землю. И на небесах никогда не бывает записок, что экономика в таком плохом состоянии, что Гавриила сегодня надо отправить. Так или нет? Такого никогда вы не увидите. Иисус после того, как убили Иоанна, он ушел. Он уединился, чтобы провести определенное время в уединении. И ученики сказали: «Пойдем, уединимся». И все люди, которые знали об Иисусе, они пошли за Ним. Я уверен, что вы знаете эту историю. И когда Он увидел множество народа, написано, что Он был наполнен состраданием, и Он начал исцелять их больных. И Он начал обучать их, учить их в течение всего дня. И когда ученики, апостолы пришли и сказали: «Иисус, уже поздно, отправь людей по домам, потому что мы в пустыне, у нас нечего есть». Это звучит, как будто в наши дни поздно, и мы в пустыне. И апостолы сказали: «У нас есть только 200 динариев, и сколько мы сможем купить на эти деньги?» Но Иисус сказал: «Нет, вы дайте им поесть». Иисус говорил: «Ты, вы дайте что-нибудь им поесть». Иисус не придет к тебе и не скажет, никогда не придет к тебе и не скажет: «Дай им что-нибудь поесть», если сам тебе ничего не даст. Вы со мной? Он говорит: «Вы дайте им поесть». И все ученики сказали: «Уже поздно, отправь их по домам». Но у Иисуса был особый план. И мне нравится сердце Иисуса. И когда Он увидел множество народа, которое подходило, написано: «Ты видишь множество, которое подходит? Множество и множество решений. Ты видишь, как Армения приходит к Иисусу? Если ты видишь это, тогда ты предназначен для того, ты кандидат для того, чтобы быть в том, что более чем необходимо». Когда мы находимся в сердце Господа, тогда Он начинает двигаться через нас. Что у нас есть сейчас? Один из них сказал: «Господь, здесь есть маленький ребенок. У него есть 5 хлебов и 2 рыбки».
И он сказал, что они сказали, что это для этого множества. И все, что у них было в мыслях, это не необходимого количества для всего множества. Но Иисус сказал, принесите. И когда мы приносим то малое, что у нас есть Иисусу, даже когда мы не знаем, как это делается, или что будет, когда мы входим в эту эпоху, у Господа сейчас есть слово для вашего сердца, прямо сейчас. Он ожидает, чтобы я и вы накормили их. Он ожидает, чтобы мы открыли свои сердца, чтобы Он тек через нас, Дух Святой тек через нас. Мой пастор, он сейчас на небесах, его зовут Билли Джо Догертс. Он сейчас на небесах. И он говорил, что если Господь может провести это через тебя, то Он может дать это тебе конкретно. Я хочу вам сказать свою точку зрения на этот счет. Если Господь может более чем необходимое провести через тебя, то же самое может сделать для тебя. Иисус берет 5 хлебов и 2 рыбки и смотрит на небеса. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, Он не смотрит на естественное. Оторви свои глаза от естественного и посмотри на небеса, потому что небеса собирается спуститься на землю. И так же, как и небеса войдут на землю через нас. И он посмотрел на небеса, и он благословил эти хлеб и рыбки. Он благословил эти 5 хлебов и 2 рыбки. И благословение — это сила Божия, которая может размножить все, что угодно. Вы со мной? Благословение — это не когда твои глаза закрываются, и потом ты говоришь, «О, Господь благословит тебя». Нет, благословение Божие — это когда Божья сила сходит через тебя, и Божий рост в Господе у тебя есть. И 5 хлебов и 2 рыбки необходимо. Достаточно только для одной семьи. Потому что у нас большие семьи. У нас многочисленные семьи. И там было 5000 мужчин. И это значило, что там было 5000 семей. То есть это означает, что там было около 35 тысяч людей в пустынном месте. И это поздно. И все, что у них есть, это 5 хлебов и 2 рыбки. Просто чтобы поесть, которое необходимо на одну семью. Иисус посмотрел на небеса, благословил и передал ученикам. Так же, как и Иисус сказал апостолам, «Вы дайте им поесть». И в этот момент, когда они начали раздавать, эти хлеба и рыбы начали размножаться в их руках. Это благословение умножает 5 хлебов и 2 рыбки в руках апостолов. Я обратил внимание на этот стих. Я сказал, Господь, хорошо. Откуда появились 4999 ужинов? Откуда они взялись? Иногда Господь просто показывает это нам, когда мы вопрошаем. Иногда мы ожидаем умножения от людей,
что это придет от людей. Это нормально, когда это умножение приходит через людей. Но никто внутри, никто из них не принес 4999 обедов, ужинов. В это время, когда они пришли туда, это время, когда сверхъестественная сила Божия удовлетворяющая все нужды, входит в церковь. Однажды у тебя ничего нет. И в следующий момент у тебя есть более чем необходимо, и ты не можешь даже объяснить, откуда это пришло. Ты со мной? Иисус ожидает, чтобы люди доверяли Ему на этом уровне. Часто мы говорим, мы верим в Бога, но наши глаза направлены на людей. Но у Иисуса были глаза направлены на небеса, и Господь обеспечил более чем необходимым. Потому что небеса дали более чем необходимо, потому что не только 5000 накормились, но еще 12 коробов наполнились. Это означает более чем необходимо. И что здесь удивительного? И Господь действительно обратил мое внимание на это. И Он сказал, я хочу, чтобы ты посмотрел все чудеса по всей Библии, когда я удовлетворяю нужды людей. И у большинства, когда я посмотрел, большие примеры. Удовлетворение нужд людей записаны в Божьем Слове. Это в основном приходило из Божьих рук. Никогда это не приходило из людей, из рук людей. И я верю, что это новая эпоха, которая начинается. Я верю, что это новая эпоха, которая начинается. В эту эпоху Господь хочет, чтобы мы верили, что мы прямо сейчас собираемся, будем делать все сверхъестественным образом. И одна история во втором царстве написана, и когда народ должен пойти на войну, и они понимают, что нет необходимое количество воды во время войны, нет необходимости количества воды, и там должна была произойти битва, но нет необходимого количества воды для их скота и для них, собственно. И что сказал царь? Он сказал, давайте призовем Господа. И они пошли к Елисею, к Илье. И он говорит, идите и найдите источники. Там есть очень много источников. Точнее, копайте колодцы, и вы найдете более, чем необходимо. Не будет дождя, но колодцы наполнятся для вас. Мне очень нравится то, что Господь говорит через Илью. И сказано, это очень простой случай для Господа. Я хочу, чтобы вы подумали. Если не будет ветра, не будет дождя, откуда вода придет? Я здесь, чтобы сказать вам, что сверхъестественная вера будет высвобождаться на народ Господний. Вы будете провозглашать вещи,
И тогда только вы будете видеть своими глазами. Вы можете в это верить? Сейчас послушайте. Я вернусь туда, откуда я начал. Когда вы слышите это, заключается в этом одна проблема. Мысли начинают задавать вопросы. Мозг. Откуда это возьмется? Как это произойдет? Вера не умещается в голове. Она действует через сердце. Поэтому приходится отправить на пенсию свой мозг и, как ненормальный, доверяться Господу. Скажи своему соседу, ты достаточно сумасшедший вид имеешь. Я думаю, что я в правильном доме. Потому что вы сейчас смотрите на одного ненормального человека. Я верю, что Господь может спасти народы, весь народ за один день. Я верю. Я верю, что Господь сделает это в моем народе, моей нации. И что Господь это сделает во всем Ближнем Востоке. И мы увидим самое большое пробуждение, какого мы раньше никогда не видели. И Господь говорит, доверяйся моим способностям, чтобы я мог сделать более, чем необходимо. Аллилуйя. Он сказал, это простая вещь для Бога. Очень просто. Скажи, это просто. То, что невозможно для людей, возможно с Господом. Все, что нам нужно сделать, это верить в способности нашего Господа, нашего Отца. Я хочу рассказать вам историю. Я помолюсь за вас. Я хочу возложить руки на вас. Все в порядке, если я это сделаю? Я верю, что вот эта безумная вера войдет в вас. Вы со мной. Когда я был ребенком, мой отец всегда очень любил работать над электроникой. Просто для развлечения. Он брал утюг, разбирал его полностью, рассматривал изнутри. Ты тоже так делаешь, нет? А потом собирал его назад. Однажды мой отец был дома. Моя мать была в другой комнате. Я был очень маленьким, мне было 5-6 лет. И я хотел стать таким же, как мой отец. И поэтому я взял отвертку и начал отверткой отвертывать все гвозди. Я разобрал весь этот утюг. Был беспорядок там. И тогда появился мой отец. И когда я увидел своего отца, я сказал: «Папа, ничего, ничего, я починю». Я был испуган. «Я починю». Я увидел улыбку на лице моего отца. Он сказал: «Хорошо, давай, собирай». Я начал собирать. И я не мог. Я сказал: «Папа, я не могу починить». Он сказал: «Сын мой, отойди, я сейчас сам починю». Он начал собирать это все. И, возможно, ты переживал что-то подобное в своей жизни. И ты просто переворачивал все с ног на голову. И потом говорил: «Господь, ладно, я починю, я починю».
Я починю, отец, я починю. А твой отец стоит в сторонке. Он говорит, когда ты закончишь, я буду способным починить то, что ты испортил. И наш отец может войти в твою личную ситуацию. Он хочет войти в твою ситуацию и исправить тот беспорядок, который сейчас в твоей жизни. Он хочет исправить все и собрать, поставить все на свои места в твоей жизни, потому что наш Отец способен на всякую благодать по отношению к тебе. Я чувствую, что сегодня есть люди, сегодня вечером здесь есть люди, которые сейчас находят, их жизнь находится в беспорядке. Но если ты смиришь себя сегодня и скажешь, Господь, ты почини, ты исправь, Он исправит все этим вечером. Не завтра, не через 6 месяцев, но сегодня. Я могу увидеть руки тех, которые говорят, да, ты говоришь обо мне. Поднимите руки, пожалуйста. Те люди, которые подняли руки, пожалуйста, встаньте. Дорогой Иисус, поэтому я говорю, мы сейчас, наша жизнь, возможно, в беспорядке, но слава Господу, что за нашего Отца, который хочет исправить все, и Он способен, Он силен, Он способен, Он могуществен. И что бы Он ни начинал, что бы Он ни исправлял, Он все может. Аллилуйя! Я попрошу сейчас группу прославления подняться. Мы можем спеть снова эту песню «Благослови, Господи, мою душу», которую мы уже пели, потому что наш Отец все исправит. Я верю со всем своим сердцем, и я собираюсь молиться за каждого из вас. Это будет безумие. Я не могу, вас слишком много. Но я хочу, чтобы ты со смиренным сердцем сейчас пришел, с открытым сердцем. Приходите с верой. Ты можешь сказать, у меня нету достаточно веры. Приходи с тем, что у тебя есть. И Господь, твой Отец, Он встретит тебя. Я никогда не забуду, как Отец сказал, отойди, сынок, я сам все починю. И наш Небесный Отец говорит, отойди в сторонку, сынок, я разберусь. Аллилуйя. Давайте сделаем это, сейчас сделаем так. Давайте будем прославлять нашего Отца. Давайте покажем свою любовь Отцу. Когда мы будем петь эту песню, откройте свои сердца. Я уверен, что исцеление и могущественная сила Божия будет выпущена на твою жизнь. Исцеление также и чудеса.
Отец, во имя Иисуса. И ты видишь сейчас все наши нужды, и ты видишь весь беспорядок в нашей жизни. И я благодарен, Господь, за то, что ты способен благословить каждого здесь, во имя Иисуса Христа, и дать всякую благодать. И Дух Святой, коснись твоего народа сейчас. Войди в их ситуации и исправь. Исправь все, дай решение всем вопросам. Во имя Иисуса Христа. Скажи, я принимаю это. Возможно, ты сегодня здесь. И ты не знаешь Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Возможно, ты никогда не принимал Иисуса как своего Господа. И я не говорю, что не все спасены. Я знаю, что ваша нация верит в Иисуса, но пока наша жизнь полностью не будет покорена Иисусу, Иисус не может многое сделать для нас. Возможно, ты сейчас здесь и говоришь, пастор Камерон, я не могу многое пожертвовать сейчас, но я хочу это сделать сегодня. Наша покоренная жизнь Господу дает право Господу действовать в нашей жизни. Если я говорю сейчас про вас, если ты такой человек, пожалуйста, подними руку, я хочу помолиться за вас. И если вы думаете, я хочу, чтобы вы помолились за меня, я сейчас еще конкретнее скажу. Если бы сейчас была последняя ночь в вашей жизни, последний вечер, и если у вас есть сомнения, где вы проведете свою вечность, и вы скажете, нет, пастор, я не знаю, но я хочу узнать. Покажи, поднимите свою руку, я хочу вас увидеть. Я вижу ваши руки. Все, кто подняли сейчас руки, я хочу, чтобы вы подошли сейчас вперед. Я хочу помолиться за вас. Пожалуйста, подойдите. Это не будет долго, я просто хочу, чтобы мы помолились. Слава Господу! Аллилуйя! Слава Господу! Подойти к, идти к Иисусу. Давайте споем эту песню еще раз. Пожалуйста. Только много рук там наверху, и, пожалуйста, спускайтесь. Идите. Дайте им дорогу, чтобы они могли пройти. Приходите к Иисусу. Мы будем ждать вас. Идите. Я хочу эту часть вот с этой стороны. Спросите у своих соседей,
Спросите у своих соседей. Вы уверены, что вы идете на небеса? Если кто-то из вас говорит «нет», пожалуйста, возьмите за руку его и спустите вниз. И в этой стороне тоже. Пожалуйста, спросите, уверен ли ваш сосед? Если ваш сосед говорит «нет, я не уверен», приведите его вперед. С той стороны, сверху. Спрашивайте. Все сзади сидящие. Множество, множеств в долине решений. Аллилуйя! Они приходят. Давайте поаплодируем им. Они подходят. Подходите. Идите, давайте. Вперед подходите. Слава Богу. Дайте место, чтобы они могли подойти. Аллилуйя. Они подходят, слава Господу. Знаете, сейчас пришло время жатвы. Сейчас время жатвы. Посмотрите на меня сейчас. Все вы, которые спустились, пришли вперед. Библия говорит, что если мы провозгласим Иисуса Христа своим Господом и поверим, что Господь воскресил Его из мертвых, мы спасемся. Это значит, что все наши грехи будут прощены, и мы превратимся в новое творение. Иисус говорит, что вы должны родиться свыше. Так происходит, когда мы провозглашаем Иисуса своим Господом. И когда мы покоряем свои сердца Ему и дарим свои сердца Ему, Он приходит в наш дух, своим духом. Он прощает все наши грехи. Все плохое, что происходило в нашей жизни, все, что плохое мы делали, совершали, все прощается и омывается. И мы становимся новым человеком. Он делает нас такими же, как Он, праведными. Вы со мной? Мы помолимся этой молитвой вместе. Вы готовы помолиться? Закройте свои глаза. Поднимите свои руки в небо. Скажите, Господь, Отец, я верю, что Иисус является Сыном Божьим. Я верю, что Иисус умер за все мои грехи. Я верю, что Он есть Господь. И я верю, что Ты воскресил Его из мертвых. Скажи, Иисус, войди в мою жизнь. Войди в мое сердце. Прости все мои грехи. Наполни меня Твоим Духом Святым. Я верю в Тебя. Я провозглашаю Я оставляю свое прошлое. И сейчас полностью, всем сердцем прославляю Тебя. Скажи это
имей это в виду и скажи: «Сатана, выйди из моей жизни! Я не принадлежу тебе больше! Я принадлежу Иисусу Христу! Иисус — мой Господь, и Он — мой Спаситель! Спасибо, Иисус, за спасение меня во имя Иисуса Христа! Амин! Аллилуйя!» Как Божий помазанник, я провозглашаю, что все ваши грехи очищены. И сейчас вы Божье Царство в Иисусе Христе. И мы сейчас радуемся и празднуем. Пастор, у нас есть книга для вас в подарок. Вокруг вас есть люди, сейчас они поговорят с вами. Аллилуйя, пастор. Слава Богу. Аллилуйя. Давайте громко поаплодируем Господу. Спасибо тебе большое, брат. Все, кто в первый раз, пожалуйста, возьмите эти книги. В самом деле, дорогие мои, сегодня был могущественный день. Скажите все вместе: «Я имею нужду в вере». Вы знаете, одно из имен Божьих — Эль-Шадай, что означает, что Господь является больше, чем необходимо. Возможно, ты говоришь: «Я верю, сегодня было хорошее служение». Но нет, пришло время, что твоя жизнь должна полностью измениться. Не в плохую сторону, а в хорошую. Твоя жизнь радикально должна измениться в лучшую сторону. Верь, что твоя жизнь изменится, потому что Господь дает больше, чем тебе необходимо. Слава Иисусу! Слава Господу! Вы знаете, сегодняшнее слово я слушал и подтвердил Артур Арескин, что каким Господь хочет тебя видеть? Господь хочет именно таким тебя видеть, в большем, чем тебе необходимо. Двигайся вперед! Слава Иисусу! Возьми это слово сегодня. У нас завтра есть служение. Если ты знаешь кого-то, кто сегодня не пришел, и завтра скажи, чтобы он пришел завтра. Чья вера поднялась сегодня? Давайте возьмем эту веру и прославим Господа. Пусть Господня мощь и Его могущество будет на вас. Вы видите, мы продвигаемся, и эта часть в конце этой недели закончится, и мы начнем возобновлять другую часть. Очень скоро у нас будет отопление. Мы включим, и, наконец, мы выйдем из этого ремонтного состояния. И на следующей неделе у нас будет очень хорошее служение. Давайте прославим Господа. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Иисусу! Мы сейчас будем молиться. Молитвы «Отче наш». Давайте вместе помолимся этой молитвой. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, Твое царство придет, и будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Аллилуйя. Давайте еще раз прославим Господа. Аллилуйя. Пусть Господь благословит вашу дорогу.